Ну что, друзья, не успели мы отойти от прошлой трагедии, как сегодня утром произошла другая. Подпишитесь на наш канал. Я попрошу по традиции поддержки от вас, друзья, так как все эти новости мы делаем только для вас. Только вашей подпиской на нас вы мотивируете нас, дорогие зрители, делать красивые и интересные выпуски для наших зрителей. Сегодня рано утром в центре Санкт-Петербурга на съемочной площадке произошла трагедия. По сценарию фильма, в котором снимается российский актер театра кино Гоша Куценко, он должен был проехаться на большой скорости на спортивном мотоцикле по дороге протяженностью около 100 метров. В итоге что-то пошло не так, Гоша Куценко не справился с управлением и вылетел с дороги и врезался в дерево. Его без сознания доставили в больницу, где сейчас медики пытаются спасти ему жизнь. Съемки фильма приостановлены, на месте работает следственно-оперативная группа. Подробности мы сможем вам рассказать уже завтра утром в нашем новом выпуске на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал, друзья, и следите за нашими новостями.